Добрый день, сегодня у нас чайная распаковка. Полагаю, держатели для ключей. У меня такие были, я их неправильно повесил. Ну, в принципе, вот таких три штучки заказал. Я их, конечно, не так неправильно повесил, а неправильно крепил. 58 рублей, что ли, стоит все вместе. Вот тут двухсторонний скотч. Вот резиночка, чтобы держалась. Ну и сам крючок. Крючок одеваем сюда. Сверху резиночку. Резиночку сюда вот. Аккуратненько шкидаем и все. Вот уже, вот в данном случае у меня уже никогда не сломается. Предыдущий я вот неправильно чуть клеил. Три цвета. Синий, зеленый и фиолетовый. Еще у меня красный есть. Скотч мне куда-то делся. Я куплю обычный вторый скотч и повешу. Так. Все, я их приделал. Сейчас снимаем второй скотч с одной стороны. Аккуратненько клеим. Ну и так на каждую. Потом снимаем с этой и на нужное место прижимаем. Вот так.